Всем здоров, с вами Найт, и мы продолжаем играть в Genshin Impact, а именно сегодня у нас серия будет посвящена прямиком Иоле, а точнее открытию ее баннера. Я говорил в предыдущем видео по Геншину, где мы там играли в прятки, то что я обязательно засниму это видео, где буду по одной молитве открывать баннеры Иолы. Я специально, кстати, забрался, раз у нас Иола Крио рыцарь вроде бы, я забрался на самый верх, на самую вершину горы. Да, вот где-то внизу там пик горы находится, а я вот на этой вот левитирующей колонне, которая отвалилась так от... Селестия или как это называется? Вон она, за облаками ее почти не видно. Вон она там чуть-чуть левитирует. И даже один видос видел, типа фейковый, то что... где кто-то пытался до нее долететь и получал ачивку. К сожалению, ачивка фейковая. Я тоже хотел бы так попробовать долететь. Возможно, а может быть, туда и можно долететь. Так, и у нас тут Иола. Помимо Иолы, тут в баннере еще какая-то рок, хрен пойми кто, и еще кто-то. Но у меня задача только одна — выбить Иолу. Да, у меня молитв совершенно немного, поэтому я буду молиться по одному разу. Вроде бы как должно что-то на гарант сегодня выпасть, потому что до этого так говно, сразу понятно, потому что до этого я молился, и мне выпадала какая-то параша. И я думал то, что, ну окей, гарант копится, да, и должно же сейчас что-то такое хорошенькое мне упасть. А если не упадет, то как бы ничего страшного, расстраиваться не будем. Баннер этот будет до 8 июня висеть, так что, думаю, когда-нибудь потом я уже без записи выбью. А сейчас просто решил по записи записать, почему бы и нет. И вы напишите в комментариях, вот нравятся вам такие видеоролики такого формата или нет, с открытием баннеров, с вот таким вот молитвами. Потому что, ну, я не знаю, я видел, конечно, видеоролики очень популярные, которые там... в КС-ке там рулетка, кейсы в КС, но я их никогда не понимал. И вот решил попробовать сделать видеоролик по молитвам в Genshin Impact. А вдруг зайдет? А вдруг вам понравится? Так, с и который раз мне уже падает говно. Я, блин, потратил уже сколько там? 6 молитв, сука. Давай мне хоть что-нибудь нормальное, а? Ну, хоть что-нибудь, хоть какую-то пердульку. Эх, ну хотя бы, у нас тут сейчас копится. Кстати, а то, что нам говно сейчас выпадает, это у нас потихонечку копится, и мы можем сейчас еще молитву приобрести, да? Вроде бы как, если все у нас там осталось. Если не осталось, то как бы... Так, а легендарное это что? И что это? Байдоу. Я слышал про Байдоу, но я не знаю, что это за персонаж, но, блин, нормально, хоть что-то. Я вот этих вот персонажей вообще не хотел выбивать, но так же, как я и не хотел выбивать Альбедо, Розарио, а потом, как оказалось, ну, Альбедо очень так хорошо, можно в бездне помогать. Вот я сейчас прошел еще миссию с Иолой, где самую такую фразу можно к ней прикрепить, типа «Я отомщу». Вот как китайское или японское предупреждение, вот точно такое же у Иолы. Я отомщу. Когда-нибудь, хрен его знает когда, через годы и года, но отомщу, я вам это знаю точно. И опять падает говно. Опять падает говно, которое я разберу в прокачку оружия. Так, выключаем, закрываем, вот это вот открываем опять. Опять у нас падает какой-то меч. Сейчас мы тут по-быстренькому промолимся. Вроде бы должно упасть. Вроде бы должна она упасть. Вот что-то у меня жопное чувство, которое, скорее всего, то ли на последней, то ли на предпоследней молитве что-то должно хорошее упасть. Потому что, ну, как бы 20 молитв уже потратил. Это не хухры-мухры. Я, по-моему, с прошлой серии по Геншину, где я вот открывал Чун-Ли, я вот именно копил... Где вот с прятками, я после этой серии вот копил вот эти вот молитвы. У меня уже там было где-то штучек 6 или 7, и плюс еще я копил. Ага, опять говно, ничего хорошего. Но на последних порах должно что-то упасть. Вот серьезно. Так, снова лук. Вот сейчас точно должно что-то упасть, да? Не, ни хрена.
чего-то не падает. Блин, Чун-Ли мне сразу выпал. Я даже не ожидал. Я такой, а, круг тонут, когда мы этот чайник получали, Чун. Да, блядь. Мона, какого хрена ты тут делаешь, а? Не, кстати, Мона в прятках я видел то, что, ну, такой хороший персонаж. Да, я ее хотел тоже выбить, но... Но нахер ты мне в этом баннере попалась? Ты, блин, предсказатель херов. Но, как говорится, я же говорил то, что что-то должно... Еще ли... Блин, у меня уже с Destiny ассоциация... А, у меня уже с Destiny ассоциация то, что золотой это экзотика, сиреневый вот этот вот фиолетовый это легендарка. И поэтому, да, я уже хотел сказать то, что легендарка мне выпала. Ну, давай, последний разик. И выпадает говно. Ну ладно, хотя бы одного персонажика получили из этого баннера. Так, у нас 0, а в магазинчике там у нас что-то продается или нет? Так, у нас 2, тут что у нас? Блин, у нас только те молитвы остались. Давай-ка на все сейчас купим и те молитвы тоже заодно пооткрываем. Почему бы и нет? Собственно, к сожалению, у меня камней столько чуть-чуть не хватает, да, и в принципе все. Так. Но я бы хотел серьезно получить пока этот баннер Иолы, Иолу. Потом я уже, скорее всего, вне записи ее получу, добьюсь ее все-таки. И получить вот это вот ее оружие. Потому что, ну, оно выглядит просто элегантно. И с ней очень хорошо сочетается. Так, а Мону отсюда я уже выбил. Так что давай, погнали. 6 молитв у нас тут доступно. Вроде бы нам тут тоже должно что-то дробнуться. Потому что мне тут падало из этого набора... Вот эта вот книга на 5 звезд, и, в принципе, книга сейчас находится у этой, Фэйю, или как там ее. Да, тоже персонажка выбил, который был в баннере Чун-Ли. Я уж тут немного начинаю путаться в именах, кто где что находится. Так, но сейчас нам опять нифига не падает. Угу. Нифига не падает, но, кстати, мы можем еще приобрести молитву. Вроде бы как. Если я ничего не путаю. Так, у нас тут нифига. Давайте-ка еще, ну, 3 разика помолимся. Господи Иисусе, упади мне хоть что-то. Блин, я серьезно думал то, что там мне Мона... Ой, блин, какая Мона? Иола выпадет. Но в итоге выпал мне импостер из этого баннера. Я хотел Мону из этого баннера вытащить, а из того баннера Иолу. Какого фига? Я просто готов... поверить в божества во все, если мне тут из этого баннера выпадает Иола. Я знаю то, что она в этом баннере мне не выпадет, так что, как говорится, да. Так, пропускаем. А, последняя молиточка тут. Давай. Не, ни хрена. Так, а мы можем, кстати, в магазине... так, звездная пыль. А, нет, все, молитвы мы не можем взять. Ладно. Тогда тут же обновляется каждый месяц, да? То, что оставлю-ка ближе к июню. Мало ли, что-нибудь мне понадобится там открыть. И будет как раз интересно пооткрывать все. Блин, я даже не знаю, что по эмоциям мне говорить, потому что... я ожидал немного другого. Ну, Бэйдоу, да, прикольно, созвездие на нее еще выпало. Но, блин, я вот этого персонажа вообще не хотел. Вот вообще не хотел. Мону я хотел, греб его, мать эту Мону. Я хотел из того, из тех молитв, из того баннера, который за вот такие вот обычные молитвы, и она там все время висит. И выбить Иолу. Я думал то, что действительно сейчас Иола мне выпадет, а в итоге мне достался импостер в шляпе. Так, ладно, хорошо, мы сейчас тут это активируем. Да, это активировать. Хищник морей, гроза морей, призыв бури, призыв еще там кого-нибудь. Но, в принципе, на Электро, думаю, то, что нормально пойдет когда-нибудь потом. Так, у нас что тут еще? Так, Диону. Кстати, Диону я в диске усиления не выбивал. Ну, точнее как, она мне выпала в молитве. Я просто не использовал на нее вот эти вот очки. Я там потратил на корону те 1000 очков, которые мне там давались. Так, и вот эта вот прокачка персонажа мне очень интересна, потому что
я создал второй аккаунт, чтобы мне прокачать вот этих вот водных персонажей, потому что... Господи, вот это вот как там его зовут-то? Океанит, вот. Вот это вот океанит, вот эту тварь я не мог завалить на основном аккаунте, вот на этом. Потому что там были гребаные попугаи, которые портили всю мне игру. Я такой, а почему мне создать второй аккаунт? У меня тут, если закончатся ресурсы, бац, перешел на тот аккаунт, залутался там, да, и все. В принципе, способ легальный и вполне такой хороший. Я, даже отсюда вижу вот этот вот домик на дереве, потом вижу вот тот вот пик, на который можно забраться, и в принципе, виды отсюда открываются просто шикарнейшие. Я думаю, то, что на таком замечательном виде мы будем заканчивать. Сейчас я немножечко время отмотаю на 4 часа. Или даже чуть-чуть побольше, вот где-то на 5.20, да? Не-не-не, еще на чуть-чуть побольше. Во! Чтобы был у нас как раз тут замечательнейший рассвет. Вот на такой вот замечательной ноте мы будем как раз тут и заканчивать. Пиши в комментариях, как тебе, понравился формат такого видео или же нет, где мы просто крутим баннеры и все. И больше никакого геймплея другого тут нету. И солнце, к сожалению, сука такая, скрылось за облаками. Ладно, думаю, то, что на этом мы будем заканчивать. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео и хотите больше видеороликов на подобную тематику, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.